Друзья, приветствую на канале English 5 Minutes. Сегодня мы начинаем наш второй урок по изучению английского языка. Он звучит достаточно просто. Как дела? Мы научимся спрашивать, как дела у нашего собеседника, как задавать этот вопрос и что на него можно ответить. В сегодняшнем уроке мы разберем следующие фразы. How are you? Not bad, thanks. I'm not great. How about you? И начинаем мы с нашей фразы, как называется наш урок. How are you? То есть, как дела? Если мы хотим спросить, как дела у нашего собеседника, мы скажем How are you? Как дела? И в первом уроке мы рассматривали фразу How's it going? Которая является прямым синонимом вопроса How are you? То есть, если мы хотим спросить у нашего собеседника, как дела, мы можем сказать How are you? Или же How's it going? Это будет абсолютно одинаково. Мы уже знаем, что можно ответить Fine, thanks. Если у нас все хорошо, мы говорим Fine, thanks. Или же как альтернатива мы можем сказать Not bad, thanks. У меня неплохо, дела идут неплохо, спасибо. Not bad, thanks. Чтобы поинтересоваться, как дела нашего собеседника, мы ему скажем в ответ How about you? А у тебя? То есть, если дословно мы переводим How about you? Что насчет тебя? То есть, как насчет тебя? Как у тебя дела? Вместо того, чтобы повторять вопрос How are you? Когда спрашивают у вас, как дела? Мы в ответ говорим How about you? Так ваш диалог будет выглядеть более лаконично. How are you? Fine, thanks. How about you? Not bad. Thanks. Как дела? Хорошо, спасибо. А у тебя? Неплохо, спасибо. Если у нас все хорошо, мы можем сказать I'm good. У меня все в порядке. I'm good. Good? Хорошо. I'm good. У меня все в порядке. Если же дела у нас идут не очень хорошо, и мы хотим этим поделиться, мы скажем I'm not great. Не очень. Дела у меня идут не очень. Они не прекрасны. I'm not great. Я не чувствую себя отлично. Давайте закрепим материал, который мы прошли. Итак, что можно сказать, чтобы не повторять вопрос How are you? Мы можем сказать How about you? Not great. Not bad. Правильный ответ How about you? Чтобы не повторять вопрос How are you? Мы можем спросить How about you? Как насчет тебя? Давайте соотнесем теперь выражение и перевод. Not bad, thanks. I'm good. I'm not great. И варианты ответа. Не очень. Неплохо, спасибо. У меня все в порядке. Not bad, thanks. Неплохо, спасибо. I'm good. У меня все в порядке. У меня все хорошо. I'm not great. Не очень. Давайте еще раз рассмотрим все изученные нами выражения. How are you? Как дела? How about you? А у тебя? Если мы хотим спросить, как дела у человека, который только что нас спросил, как у нас дела. How are you? How about you? Если у нас все хорошо, мы говорим I'm good. У меня хорошо. У меня все хорошо. Not bad. Thanks. Неплохо, спасибо. Fine, thanks. Хорошо, спасибо. Отлично, спасибо. I'm not great, если мы чувствуем себя не очень хорошо. Теперь давайте послушаем диалог. Hello. Hi, Dylan. It's Barbara. Oh, hi. How are you? I'm good. How about you? Not bad, thanks. Hello. Hi, Dylan. It's Barbara. Oh, hi. How are you? I'm good. How about you? Not bad, thanks. Друзья, спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Надеюсь, он вам помог, и вы теперь знаете, как спросить дела на английском языке. Если вам ролик понравился, поставьте лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте его в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И всего хорошего. See you soon. Bye.